Сири. Доброе утро. Сири, заправь кровать. Вот что мне удалось найти в интернете по запросу «Сири, заправь кровать». Да и пошла ты. Надеюсь, рядом не было детей. Как обычно. Сири, приготовь завтрак. В настоящий момент это выходит за рамки моих возможностей. А, хорошо, в принципе, да. За рамки твоих возможностей это выходит. Но за рамки моих возможностей не выходит то, что я погуляла с собакой, заправила кровать, вчера работала весь день. Ты чего? Просто так существуешь? Ты мне уже надоела. Если вы настаиваете. Ты бесполезное существо на этой земле. Я просто хочу помочь. Спасибо, обойдусь. Ни за что. Ладно, Сири, несмотря ни на что, мы же все равно с тобой друзья. Потому что да, мы иногда ругаемся, но мы понимаем друг друга, я думаю. И, кстати, я совершенно ничего не знаю о тебе. Расскажи немножко о себе. Я, Сири, разработка компании Plus Калифорнии. Я просто скромный виртуальный ассистент. А ты умеешь танцевать? Я буду похожа на робота. Чтобы вы знали, когда ваш iPod вибрирует, это я отбиваю чечетку. Слушай, спой какую-нибудь песню. Я не умею петь. Мне на уроках пение ставили двойки, потому что я всегда путаю ноту C и ноту D. Ну спой, ну пожалуйста. Пусть лучше это делают профессиональные певцы. Ну спой. Мой телефон 000. Мой телефон 000. Нет, я не шучу. Нет, я не шучу. И не думай, что это пароль. Звони, звони. Мой телефон 000. Мой телефон 000. Классно поешь, вообще отлично, просто супер. Расскажи стихотворение Есенина. Солнышко село, стало смеркаться. Что, вам совсем нечем заняться? Кстати, какое сегодня число? 5 сентября 2016 года. Это что, завтра в школу надо? Ладно, пока, я уроки делать. До связи.